Леонид Тимофеевич может много рассказать нового, потому что он запечатлел в своих фотографиях такие моменты творческой деятельности Григоровича, которые никто не видел. И он в этом отношении уникальный человек, потому что он вдвойне художник. Он художник как профессионал балетный, он был замечательным солистом балета Большого театра, я еще помню его в 50-е годы. Потом он был замечательным педагогом в хореографической академии. И вместе с тем он имеет очень долголетнюю практику фотографирования балета, где он выступает не просто как фиксатор мгновений, а как художник, понимающий смысл того, что делается. Поэтому он улавливает те моменты, которые как раз наиболее характерны. И вот, показывая на этой выставке «Танцующий Григорович» большого мастера в процессе творчества, в процессе работы, он рассказывает о нем такое, что в других случаях не увидишь.